Набор команды «Нефтехимика» среди игроков 2000 года рождения был осуществлен в 2006 году. Наставником мальчишек стал опытный тренер Вадим Гусев, воспитавший немало профессионалов. Тогда на его плечи упала новая тяжелая и ответственная ноша – вырастить хоккеистов и воспитать будущих мужчин. За 11 лет прошли этот долгий, как говорится, трудоемкий путь. Все успехи к нам приходили постепенно. Сразу, как говорится, ничего не давалось. Команда постепенно пополнялась новыми ребятами. Первый успех у команды это был в 2010 году, когда мы стали третьими на Кубке вооруженных сил военно-страховой компании в городе Тольятти. Потом мы участвовали во множестве турниров, где с переменным успехом завоевывали первые места и призовые. Когда нынешние выпускники были еще совсем юными мальчишками, в хоккейной школе решили создать спецкласс в кадетском корпусе, где молодые хоккеисты совмещали бы спорт и учебу. Однако ребятам пришлось столкнуться с некоторыми проблемами. Вот, смотри. Забрали. Колонну бодрее, займите построение, остановить. Бегом марш. Помогли друг другу заправиться. Делаем три строевых шага. Четко. Не слышу. Живее двигаемся, кадеты, живее. А кому нравится, когда за тобой 24 часа в сутки, как говорится, наблюдают, тебя постоянно контролируют на тренировочном процессе? Я руковожу в поездках, везде, как говорится, контролирую, осуществляю общий контроль. А в школе же, естественно, у них есть командир взвода и есть классный руководитель. Так что у этой команды три няньки. Каждый своеобразный, то есть взвод хороший, плохого сказать не могу, конечно. Но каждому нужен отдельный персональный подход. А так мальчишки молодцы. По учебе учатся хорошо, по спорту тоже так же учатся, играют нормально. Мальчишки многие участвуют и в олимпиадах по физике, по математике, Сахабиев, Сидаша, Баранин, это Чевелев. Это у нас отличники, которые идут на медаль. И будем надеяться, что они по учебе получат медаль. Ребята очень отзывчивые, добрые, целеустремленные. С 5 класса по сегодняшний день мы в классе имеем 4 отличника, 12 ударников, но у остальных по 3, по 4 тройки. И они могут при желании тоже стать ударниками. Это очень хороший такой класс, неповторимый класс. Я вот думаю, дальше, в дальнейшем у нас в школе такого класса больше не будет. Они примером являются в спортивной части. Все классы как бы завидуют им. Им дается вся учеба и все предметы очень легко и хорошо. Подтверждение этому в 9 классе. Обязательно государственные экзамены мы сдали без двоек. И все ребята у нас получили аттестаты. 4 из них получили аттестаты особого образца, а остальные традиционные аттестаты. Так, я рада, что с ними работаю. Рады, давай, покажи, как ты татарский знаешь. Ну, чуть-чуть хотя бы. Кадетский корпус для некоторых игроков команды 2000 года рождения стал еще и домом, поскольку целый ряд юношей переехали в Нижнекамск из других городов для дальнейшего прогресса в хоккее. В принципе, когда приехал, у меня тут было уже, ну, такой дружный коллектив был, и многих я знал, так что было очень легко как-то влиться. Первое время было тяжело, расставание с родителями, вот все такое. Но со временем привыкаешь, и все встает на свои места. К городу пришлось привыкать или как бы нормально сразу же все было? Да, пришлось привыкать. Было сложно, конечно, в первое время, но привык, все нормально сейчас.
переехал в 11 лет сюда. В принципе, казалось, что взрослый тогда. А там, как только переехал, прошел месяц, все, там, скучаешь по родителям, там, чуть ли не до слез. Конечно, сейчас уже как-то повзрослели более-менее, нормально к этому относишься. Ну, тем более у меня родители как бы стараются каждые выходные приезжать, там, независимо, где мы играем, они постоянно приезжают, там, и за это я им, конечно, благодарен очень. На этом переезде все и сказывается, что как-то без родителей самостоятельнее становишься, больше уделяешь себе внимание в бытовом плане, в хозяйственном, все самому приходится делать. Да, я думаю, у каждого спортсмена, где бы они ни играли, где бы они ни были, всегда в конце карьеры возвращаются домой. Дом – это... Ну, дом – это и есть дом. Поэтому Ижевск все-таки для меня, конечно, родной, но в Нижнекамске я тоже очень много времени провел, поэтому... Нижнекамск тоже так для меня. Второй дом, можно сказать. Они уже приезжали к нам в команду, допустим, иногородние, уже не в том возрасте, когда детские слезы, уже более-менее осознанный выбор и детей, и родителей был. Поэтому, ну, слезы. Кто справился, тот справился, кто не справился, тот не справился. Несмотря на тяжелый график и совмещение учебы с уже большим спортом, хоккеисты показывают хорошие результаты и в общеобразовательной программе. Хотя с наступлением переходного возраста молодые спортсмены все чаще стали проявлять характер. С класса 8 у них все это пошло, то есть, естественно, мальчишки формируются, переходный возраст, ну, как у всех. На фоне взросления в год выпуска у ребят появились и другие интересы, которые присущи подросткам. Как говорит наш тренер, Дуська иногда даже помогает. Что помогает? Дуська. Это он так девчонок называет. Да нет, не мешает, конечно. Девчонки не мешают. Ну, без этого никак. Нельзя только на одном хоккее зацикливаться. И считаю то, что все, что в жизни есть, надо все попробовать там. Я, знаете, я даже им немножко завидую, то, что пусть они гормоны в голове играют, у них самый такой возраст сейчас. Ну, когда еще, если не в этом возрасте сейчас чудить, да? У них самый такой возраст, они молодые ребята, у них все еще впереди. Понимаете, что бы я им посоветовал? Ну, каждому свое, как говорится. Если получится играть в профессиональный хоккей, мы будем рады, с распростертыми руками будем ждать их своей команды. Если у кого-то не получится, пусть они станут нормальными людьми, найдут себе хорошую работу, хорошие половинки, и растят детей, возможно, когда-нибудь они своих детей приведут в нашу детскую спортивную школу. Но все же парни держат себя в руках, поскольку Вадим Гусев, родители и работники кадетского корпуса сумели донести до своих подопечных правильные жизненные ценности. Не знаю, но это воспитание. Нам тренер говорит это все, то, что не надо отвлекаться ни на что. И родители тоже. Ну, не знаю, в голове только хоккей пока. Ну, как и говорил, поставить цель и идти к ней. И несмотря ни на что, там, тебя, допустим, позвали куда-то там вот погулять. Да нет, у меня там все. Если ты сосредоточился на цели, иди к ней до конца. И работай, делай все, чтобы ее достичь. Хоккей мне дал правильное мышление, правильное, ну, забота там, все. Я не ходил там, не шлялся по улицам, там, не стал каким-нибудь там бандитом, так скажем. Апогеем развития «Нефтехимика-2000» стала весна 2017 года. Ребята выступали сразу на два фронта. Первенство Поволжья по своему возрасту, а также 12 человек регулярно помогали команде ЮХЛ, которая также составлена из игроков 99 года рождения. Хочется, конечно, отметить 2000 год, так как, будем так говорить, костяк команды составлял именно этот возраст. Эта команда в своих соревнованиях добилась очень высоких результатов. Результаты команды впечатляют. Несмотря на выступления сразу в двух первенствах, им хватило сил занять первое место в первенстве Поволжья и пробиться в финальную стадию среди лучших команд России. Незадолго до этого ребята выступили и в финале юношеской хоккейной лиги, где заняли третье место. Но объективно, у этой команды при определенных обстоятельствах были все шансы завоевать и золотые медали. Но в Бердске лед, а возможно и другие факторы, благоволили хозяевам. Поэтому в полуфинале «Нефтехимик» проиграл, зато в матче за третье место нижнекамцы своего не упустили, завоевав бронзу в ЮХЛ. С
Спустя недолгий перерыв, после столь ответственных матчей, татарстанцы отправились на финал первенства среди команд 2000 года рождения, который проходил в Ханты-Мансийске. Там собрались лучшие команды России, но «Нефтехимик» на их фоне отнюдь не затерялся, заняв высокое 4-е место. Причем все это на фоне накопившейся усталости, травм, да еще и в разгар учебного года. Конечно, все хотели завоевать медаль, но и 4-е место, как считают специалисты, результат отличный. Я считаю, что ребята сыграли более чем достойно, потому что играть 2 финала подряд – это очень тяжело. И как и планировали, сходу, как говорится, пока свежие, взять свои очки, взять свои игры, обыграли хороших соперников, и ЦСКА, и Югру Ханты-Мансийск, и СКА Санкт-Петербург. Поэтому я считаю, что команда сыграла более чем достойно. Самый главный фактор, что были приглашены одаренные ребята, конечно, это из других клубов. Тренер Гусев подобрал такой состав оптимальный, который смог решить ту поставленную задачу, которая ставилась им перед сезоном. Ну, в целом сезон прошел неплохо. Правда, не получилось выиграть медали. Это обидно было очень. Но так нормально. Хороший сезон. Съездили на финалы в Бердск с ЮХЛ. Буквально через 2 недели поехали в Ханты-Мансийск уже со своим годом. Ну, там начали хорошо, а в полуфинале там сил не хватило. Как бы мальчишки уже 11-ю игру играли там, как бы. Это отдыха не хватило. Было заметно то, что пацаны уже подсели так немножко, подустали все, как бы. Это и не дало, наверное, выиграть. Один раз, можно сказать, так случается, ездишь на финал и обидно, что проигрываешь в полуфинале, несмотря на то, что у тебя все шансы были стать первыми. Когда ехали на финал ЮХЛ, то есть там все соперники были, ну, примерно одинаковые, некоторые даже чуть послабее нас. И мы достойны были первое место взять, но судьба решила чуть по-другому. По всей России очень много команд, и туда попасть, это, мне кажется, очень большой труд. И для нас 4-е место – хорошее место. Там были все команды сильные, одни из лучших России. У всех уже был опыт такой играть, а у нас второй раз только после Берска. Опыт, конечно, этот очень полезен, потому что если даже каждый из нас хочет добиться чего-то там в будущем в плане хоккея, то мы получили колоссальный опыт с этих финалов. Мне кажется, это должно показать в будущем что-то. Жмет, кто у вас больше всех? Кто? Ты? Совсем скоро станет ясно, кто, как и где продолжит свою карьеру. Следующий этап – это молодежная хоккейная лига и переход в реактор. Из-за высокой конкуренции пробиться туда смогут не все, но все же многие. Ну, при должном правильном отношении на начальном этапе человек 10 в МХЛ-то это реально. А там уже, как говорится, все будет зависеть от них. Я не просто так пошел в хоккей, я хочу добиться, ну, цели своей, попасть в высшую лигу, ну, в КХЛ, МХЛ. Ну, для начала, конечно, в МХЛ надо попасть, а потом уже там идти дальше. Ну, хотелось бы, конечно, стать профессиональным хоккеистом. Ну, и чтобы воплотить свою мечту, нужно работать, добиваться своей цели. Все способны, просто нужно стараться, верить в себя, не думать о другом чем-то. Только хоккей, только хоккей. Как бы там намного тяжелее, там скорости больше. И уровень как бы выше, отличается совсем от ДЮСШ и МХЛ. Ну, надо над этим работать, как бы над скоростью, там, над физикой. Ну, конечно, уж мандражик есть такой маленький. Ну, у всех уж он будет, но главное показать себя, чтобы тебя заметили, и дальше работать. О будущем думать, то, что если я сегодня буду работать лучше, то завтра я буду уже выше играть и так далее. Волнение всегда есть, даже перед играми. Не знаю, потому что
как бы шаг в взрослую жизнь, там новая команда и все остальное. Охота уж всем стать, знаю, знаменитостями, охота поиграть там даже за сборную Россию, за другие высшие команды, которые входят в топ лучших команд в России, в КХЛ. В НХЛ охота съездить, как уж это все. Я считаю любого хоккеиста. Ну, показать свои сильные качества, показать, насколько ты готов попасть туда, свой характер. Тяжело, конечно, будет. Посмотрим, что произойдет. У каждого есть шанс. Ну, надеюсь, что все будет нормально. Ну, как мужской коллектив. Ребята, естественно, друг за друга всегда горой. Тут таких вот, что мне нравится в этой команде, нет вот этих вот мелких пакостей друг другу. То есть здесь все открыто, и кто говорит, тот говорит. Кто говорит лишнего, тот уже. В этот день родился очень хороший человек, как друг, как товарищ. Мы хотим пожелать ему здоровья, счастья, любви и, конечно, таких успехов. Ну, что еще сказать? Чтоб жил хорошо, чтобы родителей слушал, чтоб все было у него замечательно. Поздравляем, пацаны, давай, 3-4. Очень сплоченная команда, всегда идут друг за друга, как бы, ну, никаких таких, чтобы серьезных, как потасовок, проблем между парнями не было, всегда, как бы, все сплоченные. Проводим вместе время свободное, когда есть. За эти годы мы как начали хорошо общаться, у нас появилась сплоченность. Мы действительно стали командой. Эта команда – это моя вторая семья. Я с 7 лет в ней. Все вместе. Всегда. Везде. Сразу сплочились с ними, все. Сейчас, надеюсь, продолжим общение в будущем. Ну, эта команда уже с 4 лет в ней, все вместе как бы. Многие уходили, многие приходили, но все равно все сдружились. И как бы дружим уже постоянно, все время вместе. На игры ходим, болеем за «Нефтехимик» с друзьями. Вот. Что значит для родителей их дети? Точно так же и они для меня. 11 лет – это очень большой срок. И во многом, как говорится, моя жизнь связана с ними, и их не связана со мной. Это одна семья. Вадим Сергеевич, по рассказам отца, оставил меня, потому что отец хотел забрать, не видел во мне потенциал. А Вадим Сергеевич увидел, сказал, подожди немножко, и он раскроется. Спасибо ему. За это я ему очень благодарен, то, что оставил меня в хоккее. Все мои успехи благодаря ему, потому что он воспитывал меня. Занимался мной. И как он скажет, так и будет, так и должно быть. Никто, в принципе, не спорит с этим. Добрый, временами строгий, но всегда справедливый и поможет в любой ситуации принять правильное решение. Строгим я его не считаю, я считаю его справедливым, правильным. Он всегда находится, к каждому у него свой подход. Кого-то он может подкрикнуть, наругать, а кому-то, наоборот, сказать пару хороших слов, и человек заиграет. Обладает огромным авторитетом среди всех, и, в принципе, у него такая своя методика, каждому свой какой-то подход, где-то может накричать, там, где-то наоборот похвалить, и я думаю, всем родителям это как-то нравится, и никто не вмешивается в это. Ну, если бы мы, Вадим Сергеевич, не достигли бы мы таких целей, не стали бы чемпионами по ВОЖе, не стали бы бронзовыми призерами в Бирске, все благодаря ему. Его работе и нашей. Пожелаем ему здоровья, счастья и чтобы больше воспитанников его попало в большой хоккей. Несмотря на всю трогательность взаимоотношений в этой команде, все без исключения сделают шаг вперед и пойдут дальше своим путем. Кто-то постарается раскрывать себя в хоккее дальше, а кто-то проявит себя на другом поприще. Хоккеисты стали выпускниками детско-юношеской спортивной школы «Нефтехимик». Много друзей тут у меня, с которыми я давно общаюсь. Но мне кажется, мы все еще, это не последняя
как? Думаю, еще увидимся. Ну, немного есть расстройство, конечно, но все равно, как бы дальше больше, может, что-то получится. В реактор, там, в МХЛ. Грустно, потому что с многими ребятами придется расстаться. Но, наверное, будем всегда встречаться, дружить. То, что закончили дзюсаж, а то, что расставаться с парнями не хочется. Уже все притерлись друг к другу. Конечно, буду скучать. Многие ребята разъедутся по другим городам. И навряд ли даже с кем-то мы больше не увидимся. Мне кажется, вы будете переписываться. Ну, естественно, конечно, да. Жизнь так делает, что приходится расстаться. Ну, конечно, будут эмоции очень сильно играть, потому что все-таки 11 лет хоккея дали, кто-то больше, кто-то меньше, я не знаю. Мне кажется, это большая дата. Я надеюсь, что каждый у нас заиграет, мы будем общаться дальше. Я не знаю, кто-то может закончить, но я этого не советую, конечно. Мало тебе тренировок, что ли? Да, не хватает чуть. Так вот, нарабатываю. На массе? На массе, парень. А лабер Саши будет нормально. Надеюсь, еще встретимся, поиграем вместе. Я пока еще ничего не чувствую. Почувствую, наверное, когда уже выпущу. Ну, конечно, жаль всегда расставаться с теми, с кем прожил 11 лет. Поэтому ну, жизнь продолжается, и контакты мы будем поддерживать, это обязательно. У ребят большие перспективы в спорте. Команда 2000 года считается очень талантливой, а несколько ребят даже на карандаше у тренеров молодежной сборной России. Поэтому у первой команды есть все предпосылки для того, чтобы пополнить ряды своими воспитанниками. Только время покажет, насколько они перспективны, насколько сильный был возраст. Да, возраст хороший, считается сильным, но если ни один из них не заиграет в команде континентальной хоккейной лиги или где-то лиги выше, да, значит, где-то мы, ну, значит, неправильная подготовка была. Для меня критерием является то, что люди были живы-здоровы, хорошо занимались, и все те критерии – это спорт высоких достижений. Все те хоккейные школы созданы для того, чтобы… Понятно, что это массовость, да, мы все это прекрасно понимаем, но мы же не будем обманывать друг друга. Нам нужны профессиональные хоккеисты. Сейчас на данный момент нужны профессиональные хоккеисты. Ну, аванс вообще раздавать не стоит, потому что это возраст такой. Им только дай аванс немножко, и они… сразу, как говорится, пойдут не в ту степь, поэтому их нужно всегда держать в тонусе, чтобы они всегда были в рабочем состоянии, объяснять им это, разговаривать с ними. Ну, удачи в дальнейшей жизни. Естественно, всем добраться как можно выше по карьерной лестнице и здоровью, конечно. Найти хорошие команды с такими же ребятами, чтобы там была такая же атмосфера, как и у нас. Здесь, в Нижнекамске, и добиться всего самого наилучшего, там, Кубок Стэнли, Кубок Гагарина. Чтобы все стали настоящими профессионалами, представляли национальную сборную нашу. Ну, я надеюсь, что ребята будут очень стараться идти к этой цели, и у всех многое получится. Надеюсь, что все заиграют большой профессиональный хоккей. Чтобы стали не только хоккеистами, но и людьми хорошими. Ну, всем успехов желаю и работать над собой. Самое главное – здоровье. Чтобы все получалось. Чтобы все играли в МХЛ, в КХЛ или в НХЛ даже. Вот. Ну, что, в МХЛ могут играть? Ну, смогут, конечно, если будут стараться. Все в их руках. Чтобы пробить, добить. Все. Хоккей. Что нужно будет для этого сделать? Ну, усердно тренироваться. Не пропускать тренировки. Есть любители, которые тренировки пропускают? Конечно. Он стоит, один из них. Тренировки пропускают. Я бы хотел сказать всем спасибо, что я все эти 11 лет работал, помогал. Большое спасибо, во-первых, родителям за понимание, за терпение и за помощь. Потому что без них, без коллектива родительского, мы бы, наверное, не смогли достичь того, чего мы достигли.